беременна! Это отличный повод! Я беременна! Эй, в пятом классе мы договаривались, что все будем делать вместе! А можно я на родах посижу? Ой, да что ты гонишь? Ты просто жирная! Женька, я беременна! Ого, а как теперь отца определить? Поздравляю! Это второй случай непорочного зачатия! Женька, я беременна! В смысле? Тебя же саму недавно рожали! Женька, я беременна! Только это секрет! Да-да, я поняла! А ты кто из холодного сердца? Я Эльза! Нет, это я Эльза! Это я, Эльза. Нет, это у Эльзы даже волосы белые, у тебя волосы не белые. Мне мама сказала, что это я Эльза. Я просто обожаю Джона Сноу, я его самая преданная фанатка. Это я его самая преданная фанатка. Ты хоть знаешь, как его на самом деле зовут? Эйгон Таргариен. Ничего, что Кит Харингтон фанатка, блин. Позвоню сейчас ему. Нет, не позвоню. Что, позвоню? Нет, не позвоню. Я позвоню, не твое дело. Не надо, позвоню. Я тебе рассказала. Это я, бренд, Все мужики козлы. Знаешь что, моя дорогая? Вот тут с тобой не поспоришь. Твоя внучка кто из холодного сердца? Эльза. Это моя Эльза. Моя Эльза. Нет, это моя Эльза. Смотри, стоит, улыбается. Я все зубами вообще рот не открывала. Да чего же она падла страшная? Ресницы нарастила. Дрищевка такая, смотреть против. Нормальная баба, ну что ты в самом деле начинаешь? Угу. Добрая, хорошая. А вот мужик у нее, ну вот это что такое вообще? Не ты бороду эту видела не вообще? Надо, он ну, додик вот просто. Нормальная девчонка. Нет, вот этот нос у нее, конечно, крендель-то дебил. Взгляд, ты видел, как его лень? Нормальный пацан, ну что ты, фигура. Мышцы в башке так, мне кажется, мозгов. Ой, ну ты такая, ты просто выглядишь потрясающе. Ты тоже нравишься мне. Как меня муж, зараза, бесит. Слушай, бухает каждый день. Слушай, так пусть лучше бухает. Мы хоть деньги приносим. Мы вообще ни копейки. Сидит в танчике, рубит. Чего он там приносит, алкаш? Я с моей курицей вообще, конечно, тяжко. Но мне даже билы такие выставляют, что бухануть я не могу нормально. Ладно, бухнуть, ты прикинь, моя мне постоянно говорит, иди работай, сука. Ну нету в городе работы, ну что я сделаю? Можно щи? What? Щи. 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 Щи катушки. Щи. Короче, если ты мне сейчас щи не принесешь, я твои щи разнесу. Что он спросил? Заказывать будешь? А, да. Спроси у него, есть куриные крылышки? Do you have chicken wings? Спроси, есть креветки? Do you have prawns? Спроси, есть красная рыба? Do you have salmon? Мне зеленый чай. Green tea, please. Ты пока заказывай, я в туалет сбегаю. I'm sorry for my friend. Can we have... Слушай, там такой парень классный сидит. Пойдем переведешь, ну там про флюиды все такое. Hi, can I have a sandwich, please? Can I have this honey pie and one medium latte, please? Вам с сахаром или без? А кто из вас кто? Если бы не твоя родинка, я бы вас вообще не различала. А вы умеете читать мысли друг друга? А вас, парни, никогда не путали? А вы экзамены друг за друга сдаете? А у вас в Инстаграм одна страничка на двоих? Если у вас будет один муж, у вас будут одинаковые дети? А вдруг вас в роддоме перепутали, и на самом деле ты не ты? Тебе дело во мне. Просто я для тебя слишком хороша. Помнишь, я говорила, что буду любить тебя вечно? Полгода с тобой длились вечность. Просто у тебя очень маленький доход. Ты же понимаешь, что я подразумеваю под словом доход? Помнишь, у нас неделю жил мой брат? Так вот это был не брат. Я еще долго не смогу тебя забыть. Ведь ты каждый месяц будешь платить нам алименты. В мире столько девушек, ты найдешь себе какую-нибудь другую. В мире столько машин, ты найдешь себе какую-нибудь другую. А ты заметил, от тебя все уходят. Тебя вообще никто не любит. Я не придираюсь, но ты же прям стрёмный.
Серьезно? Сегодня ты хотела сделать мне предложение? Надо было подождать и отказаться, так бы ты расстроился больше. Я ухожу к нему, потому что от него пахнет успехом, а от тебя пуками. Здрасте. Привет, девочка. А вы папа Виталика? Да, я папа Виталика. А вы знали, что Виталик курит? Нет, я не знал, но спасибо за информацию. Пожалуйста. Девочка, привет. Я с Виталиком поговорил. Если он еще раз будет курить, ты мне скажи. Ага, конечно. Ты палево, хер тебе. Люблю. Нет, я тебя. Да. Целую тебя. Все, люблю. Умный, сильный, красивый. Он самый лучший. Так вот, где ты хоть с ним познакомилась? Я его от грабителей отбила, там, знаешь, ему полбашки снесло. Вылечила, да. Теперь мой. В общем, такое колье, ну прям невероятное. Я не знаю даже, как я его урвала. Вчера, мне кажется, все девчонки в этом магазине смотрели на него. Это что такое? Ты собралась себе маникюр сама дома делать? Нет, это я кран чинить буду. Я всегда хотела быть балериной. Я просто в восторге, что записалась на эти курсы. Я уже купила себе пуанты. Я, правда, пока боюсь их сломать. Жень, ты извини, пожалуйста, мне в автосервис надо уже ехать. Я побежала, ладно? Ой, тут делать на 5 минут. А давай я тебе еще и колесо поменяю. Привет, Оль, пойдешь в торговый центр? Да, супер, я как раз хотела купить подарки к Новому году. Тогда встречаемся в ресторанном дворике. Ну все, по домам. А какой по домам? Мы же еще ничего не купили. А, да, точно. Ну, давай себе выберем что-нибудь. О, смотри, на пандау шубу за 3500 тебе взять? Да, давай. Так, я все. И я все. Слушай, ну раз мы тут, может, еще немножко пожрем. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. А я домашку сделала. Ох, Женька, какая ты у меня молодец. Сейчас посмотрим. В гробу я видела твою домашку. Давай деньги за урок, и я сваливаю. Ты пишешь самостоятельную работу, а я быстренько найду видео на BBC, чтобы мы потом дальше с тобой работали. Обалдеть. Пугачева с Галкиным обвенчались. Just by the seashore, the shell. Я правильно читаю? Да-да-да, продолжай. Ой, я что-то все опять просрала. Ну ладно, главное, чтобы деньги заплатили. А давайте я вам чай налью. Да, давай, конечно. А что в него добавить? Лимон, имбирь, мед или мяту? Коньяк, Куантро, джин, ликер. А сколько раз в неделю нам нужно заниматься? Желательно каждый день. А лучше 3 раза в день, у меня ипотека. А можно я в следующий раз за 2 урока сразу заплачу? Да, конечно, иди нахер. Ой, я это вслух сказала. Какие есть цвета. Сейчас посмотрим. А это что у вас за палетка? Это дизайны. Ага. А можно мне вот такой вот рисунок на вот этот ноготь? Сейчас будем сушить. Вау, круто. О, у меня дома такая же. Ой. Ой, ой, алло, алло, я на маникюре, я тебе перезвоню. Осторожно, кладем руку в лампу. Блин. Чай или кофе? Чай и несколько конфет положи. Хорошо, сейчас принесу. Не неси. Несите, несите. Это она мне, все в порядке. О, круто, спасибо.